Добрый вечер. В студии Екатерина Абрамова. Вместе подведем сегодня итоги уходящей недели. Ну, тему мигрантов телеканалу «Мир» на этой неделе прокомментировал и президент России. Во-первых, я понимаю обеспокоенность наших граждан. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жесткий контроль за этими миграционными потоками. Это первое. Второе, подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, все-таки они приезжают работать, помочь своим семьям. И создание, скажем, такой организации, как Евразийский экономический союз, предполагает свободное движение рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И это, безусловно, является огромным преимуществом для развития всех наших стран. Именно огромным преимуществом. Ну вот такой вот прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам уже в следующее воскресенье. Всего доброго. Вместе интересно.